Фільм присвячений 80-годзю визволення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. Гісторыя расказвае пра малавядомыя гледачу эпізоды баявых дзеянняў беларускіх партызан, дзякуючы якім стала магчымым паспяховае правядзенне аперацыі «Багратіён». Перад пачаткам паказу гледачы змаглі задаць свае пытанні здымачнай групе. Но то, что в этот год обязательно нужно было сказать про этих людей, то это, ну, это обязательно. Я помню, я своего дедушку привел на День Победы, он шел на палочку опираясь, ему было уже 90 лет, командир штрафбата был. Вот. И для него было очень важно, когда мимо знамена проносили. Мы про людей снимали на фоне войны. Мы снимали про взаимоотношения между мужчинами, мужчиной и женщиной. Мы снимали про те ситуации, в которые они попали. Прототипами головных героев картины стали реальные люди – бойцы, командиры партизанских отрядов, представники разных народов СССР, которые змагались с фашистами на белорусской земле. В широком прокате будет в кинотеатрах, затем мы будем смотреть на стриминговые площадки. Ну, Российская Федерация рассматривается, ну и фестивали, конечно. Ну и мы не забудем про телеэкраны, конечно, мы дадим, чтобы все белорусы посмотрели, дадим эту возможность. Работа над киностужкой должилась около 2 годов. Распочались сдымки у знаковый день, 23 липеня. Миновито тады, у 1944 году, началась наступальная операция «Багратион».